Ні, кажи мені, будь ласка, а чому ти так зараз вирішив, що ти ніколи туди не вернешся? Тому що це вже не для мене. А для кого це? Ви, хлопці, нас вбиваєте. Ми пішли за ти бачиш, у мене троє дітей. Я сам з Криму, блядь, не буду я по-українськи говорити. І ніколи нахуй мені не нравилось, блядь. А какого хуя мене заставляли? І моїх дітей, блядь. І в школі, блядь, йому нахуй алгебру на українському язикі. Нахуя ну йому треба? Об'ясні, він по-русски всю життя говорив, блядь. Ви вважаєте, що ви праві? Молодця. А какого хуя ти за них ще стояв здесь? От, блядь, вопрос. Ти правду видів? Ти хоч немножко понимав, що може бути друга сторона, вона може бути правда. Ну ти допускав собі цю мисль? Скажи мені, будь ласка. В принципі, допускав. Ну я не знав, тобто, по телевізору не показував. По-перше, його ми ніде не бачимо, тому що його нам не показують телевізор. А в інтернеті то щось телефонів сам почитав і все. А як воно там на самом ділі, ми не знали. Пацани, от скажіть, де-то є здесь русский? Я кримчанин, я русский, блядь. Ну я, блядь, мне деньги не платят. Я сюда пришел, блядь, от вас, пидорасов, нахуй, которые пришли ко мне сюда домой. Посмотри мне в глаза. Ты понимаешь, что я вот здесь троих детей своих дома оставил, чтобы, сука, их от тебя, пидораса, освободить. Чтоб ты, нахуй, не пришел освободитель к моим детям. Ты это понимаешь? Нахуй ты сюда пришел, вот объясни, для чего? А никто не может отойти на это. Блядь, это неужели такой... Нет, ну ты же сюда пришел, ты надеялся здесь поработить нас, нахуй, да? Карифанчик, тебе вещи, тебе землю обещали. Отжать ты хотел себе машину, блядь. Добро, нахуй, которое нажито нашими мамами и папами, ты хотел забрать, да? А зачем ты тогда сюда пришел? За зарплату в 1200 или сколько тебе зарплата? Ну повтори быстро, в голову. 2700. 2700, ты за 2700 сюда пришел убивать мирных людей, нахуй. Нахуя? Вот объясни, нахуя? 2700 это деньги, за которые ты сейчас, блядь, будешь вот это вот соплями здесь кровью издевать. И вся твоя жизнь, блядь, будет... Ты представляешь, что такое превратиться в овощ? А вы, сука, блядь, я тебе серьезно говорю, детдом, блядь, 30 малюток, нахуй, из них 20 мертвых, нахуй, а их, блядь, 10 в овощи превратили, сука, ваш снаряд, который вы говорите, что мы по своим кидаем. Мозги вот чуть-чуть есть, нахуй, как я буду, блядь, своего ребенка в своем детском саде стрелять, нахуй. И вы в это верите, сука, дебилы, блядь. Слов нету, нахуй. Обновляется. Итак.